Меня зовут Ирина Кушнир, я менеджер 12%, зарегистрировалась 2 января 2013 года. Мы начинаем работать на конкурсе Miss Kotlas 2013. Мы подготовили планшеты, анкеты с лотерейными билетами. Лотерейные билеты и заполненные анкеты будут участвовать в розыгрыше подарков. У нас будет разыграно 5 призов от компании Oriflame. Все остальные анкеты получат призы в офисе по акции «Подари подарок другу». Мы будем задавать несколько вопросов. Первый, чтобы выяснить лояльность потребителей, пользуются ли они косметикой продукции компании Oriflame. Дальше мы выясним, приносят ли им каталоги. Если нет, то хотели ли бы они, чтобы приносил наш консультант. Далее спросим о дисконтной карте, является ли человек консультантом. Если нет, то предложим оформить дисконтную карту. Спросим фамилию, имя и контактный телефон для того, чтобы потом в дальнейшем пригласить в офис. Все. Дальше будем проводить розыгрыш, по итогам которого у нас определятся 5 победителей. Остальные придут в офис за подарками. На констрейне. Отлично, всегда. Ксюша, ты первый раз участвуешь в такой акции, да? Да. Мы все первый раз. Да. Страшно? Да. Волнуемся. Да. Скорее волнительно, чем страшно. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Вот упаковала. Здравствуйте, меня зовут Спиридонова Евгения. Я консультант Oriflame 9%. Зарегистрировалась в Oriflame 21 января. И сегодня мы готовимся к конкурсу Miss Kotlas 2013, который будет проходить в Гамме. Я упаковала для этого конкурса подарки. Это гели для душа. Пена для бритья мужская, духи и крем для век. Что вы будете с ним делать? Проведя анкетирование и раздав лотерейные билеты, мы будем разыгрывать подарки. Для этого мы пригласим из зала человека, который будет вытаскивать лотерейный билетик, и по номеру мы будем определять, кто же победитель, и вручать вот такие вот замечательные подарки, чтобы настроение поднять, во-первых, и прорекламировать нашу продукцию, чтобы каждый житель города Котласа смог попробовать продукцию Oriflame и в дальнейшем ей пользоваться.